И как бы, если ты не делаешь, это и отличает тебя, чемпион ты сегодня или нет. О, да. И, видимо, уже и сомневаться-то не стоит по поводу того, что Евгения Канаева выиграет и третий вид. С такой оценкой 18-950 и с таким выступлением, которое она продемонстрировала. Возможно, сейчас у Алии Гараевой есть шанс попасть в тройку призеров при удачном выступлении. Потому что булавы у нее очень сильный вид. Знакомая всем музыка, как говорится. Оленина скакалка. А именно Софридов. Ну да. И булавы сейчас едва-едва не ускакали. От Алии, но она их догнала и поймала. Сегодня она какой-то ловец. Ловец бабочек. Ужас какой-то. Молодец. Вы уж простите нам этот смех, но он был одновременно и одобряющим. Восхищение. И испуганным. Сама себя.